Привет, из Бологое, а тут вот даже статуя есть, памятник павшим в войну. Уже в Смоленске. Мы приехали в монастырь. По-моему, он мужской. Не знаю, но главное, что есть икона. Ой, я со вспышкой, но все равно. А у нас тут концерт уже начался. Представляете, Тумус ТВ, битва, мы выигрываем. И, конечно, мы зашли в ресторанчик покушать с девочками. Дивка, да. Ну, тут, конечно, еще есть рога. Это чёрт на штучке. И вкуснота, наверное. Вот они уже кушают. Тут уже и снег, и елки, и Новый год, уже все украшено. Красота. Садик поражает дальше. Круг, а сверху мини город. Очень здорово. Очень красивый. А мы, видимо, нашли место, где все брачующиеся фоткаются, потому что здесь вот все в замочках, все в сердечках, скамейки в сердечках и гигантские. Столько уток вместе никогда в жизни рядом не видела. Никогда в жизни не видела черного лебедя. О, какой красивый! Какой красивый! Какой красивый! Подожди! О, блин! Поцелуйтесь! Лапочка какая! Не зря мы в Смоленск ехали. Тишина. И почти никого нет. А мы нашли кинотеатр с тварюшками. И он прямо напротив Смоленского Кремля. Вот. Смотрите, у меня богатый внутренний мир. Нам пиццу привезли. А соус, мы думали, что это какая-то фигня. А это, опа, вы представляете, специально вырезали. А девки танцуют. Как, а мы уже едем в Смоленск с утреца пораньше. Так что еще дорога. Вечером встречаемся.
И помните, одевайтесь теплее. Мы отдохнем с тобой вдвоем, с тобой вдвоем. Мы этот мир перевернем с тобой вдвоем. Скажи, зачем нужны нам эти люди? Мы никому об этом не расскажем. Давай с тобой отдохнем с тобой вдвоем. Ну, я думаю, один, что держишь руку мою, держишь, что хочешь, скажешь, как получишь, держишь руку мою, держишь, что хочешь, скажешь, получишь, держишь, такой красивый. Здоровая история, на самом деле. Алоэ, это алоэ. Надпись, надпись.
Спасибо, это здоровая история. Да, 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 очень полезно. Ну, в смысле, не количество стеблей, а... Ну, для здоровья неплохая история. Я такой в детстве сожрал у бабушки селу. Ну, вот. Герань, по-моему, еще съел горшок. Да, вот, да. История правдивая, правда. Вот, ну, еще для бонуса полезно, знаю. Лучшее, кстати, рекомендую. Спасибо. Миллионник Брянск. Прям большой проспект, а это театр имени Толстого. Драматический. Что-то мы зашли и обалдели. Кровать King Size. Номер какой-то охрененный, гигантский, но самое главное — это ванна. Со стеклянными дверями. Не ванна, а джакузи. Монстр. Собираемся. И нам включили Димочку. И очередной. Между прочим, братки, ты хочешь есть? Ты хочешь есть? Ну, флешмоб мы разложили, даже звуковикам. Все готово. Ждем только Дима Николаевича. Подождите, это продолжение, да? Ну хорошо, смотрите, знаете, как сделаем? Поскольку я все-таки понимаю, что это живое, оставлять не хочется, я передариваю его вам, потому что рад вас видеть сегодня второй день, и вы вообще прекрасны. Ну хорошо, смотрите, знаете, как сделаем? Поскольку я все-таки понимаю, что это живое, оставлять не хочется, я передариваю его вам, потому что рад вас видеть сегодня второй день, и мы вообще прекрасны. Давайте сделаем, что мы хотели сделать. Нет, нет. Вы что, хотели сделать? Нет, не хочу, хорошо. Спасибо. Тогда все равно присоединяйтесь. Поздравляю вас с этим артистом. Я благодарю. Спасибо. Это Санкт-Петербург. Очень, да, очень, да, вас, да, очень любит. Спасибо большое. Мне что ли? Я тогда с вами солидарен, правда, да. Окей. Эй! Прошу тебя, не так прикоснуть. Ты хочешь вместе, ты хочешь вместе, плохие вместе. Мы будем вместе, когда в той красивой голове помещается столько отвратительных идей. Мы с вами ночью вырубаем на ходу, вырубаем на ходу, вырубаем на ходу. Если очень хочешь, снова я к тебе приду, снова я к тебе приду, снова. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом. Давай, давай. Все готов лишь с тобой я пополам.
Саша Георгий. Спасибо! Кланиша Георгий. Спасибо! Браво, Евгений! Красота! Лепота-то какая! И собачка. Голоса нет после концерта. Ну, или есть, но нет. А у кого-то сейчас будет интересный вечер. Мы с утра совсем не математики, да даже вечером. Сколько у нас в Смоленск? Брянску. Смоленску, Брянску лет. Непонятно. И вот центральная лестница нарядная. Центральный лидер. Между нами молния. С электрическим разрядом 220 вольт. Летом. После двух концертов. Даже Афиша никому не нужна. А Питер снимет. Сейчас маникюр сломает и снимет. И увезет домой. А в Брянске не любит Билана. Мы знаем сами, что между нами. Так как там эта река? А, Десна. Река Десна. Это больше не остановить. Встречал. Мы не спали ночью, вырубает на ходу. Если очень хочешь, снова я к тебе приду, снова я к тебе приду, снова. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Не знаю, что происходит, вот какой-то наплыв всяких игрушек на станции. Они нас атаковали. Жутко.